горячие обои. Ё-моё! Для YouTube. Еще одна ошибка упала. Работа по крышаку. Опять загорелась ошибка по двигателю. Это был бы не я, если бы я это не починил. Опа! Доброе утро, парни. Смотрите, какое у нас утро. Снежочек сколько. Посмотрим, как грузовик у нас замерз. Блин, меня сейчас волнует одна проблема. Я думаю, все знают, что это за проблема. Горячий АБС. Блин, вообще просто с утра не в тему, что за херня, а? Ладно, сейчас будем выдвигаться, посмотрим, в чем проблема. 03-231-10. Че, правый датчик АБС, да, ну нафиг, мы же его меняли. Мы же замерз реально. Короче, ничего не гасит. Это у нас либо резервный клапан тормозной системы, либо проводка возле резервного клапана тормозной системы. Что-то одно из двух. То и другое как бы не очень прикольно. Мне охота лезть под машину, тем более вчера я свой пеноплексину отдал товарищу. Сказал, чувак, пользуйся, мне она больше не нужна. А херушки, вот она как раз таки сегодня понадобится. Так что я думаю, сейчас едем до адреса, разгружаемся, ну и смотрим, что там у нас с проводами. Короче, парни, что я думаю? Нам надо зашулерить вот этот значок, замаскировать, пока не решили проблему с этим клапаном. Вот, с резервным клапаном. Потому что, блин, вот видите, тут пост на Мурманке. Там может быть депсы. Если там стоят депсы, транспортники. Ну, тогда, блин, вот таким значком по-любому посадят на крючок. Так что сейчас, я думаю, приедем на выгрузку. И быренько замаскируем вот этот значок горящий. Ошибки-то на дисплее мы можем выключить вот этой кнопкой. А этот значок мы этой кнопкой никак не погасим. Надеюсь, нас пронесет реально, ребят. Пацаны, мы приехали на разгрузку. Блин, цепанули тот блок, бампер, порогом право. Всегда думал, как его разбивают, зеркала же есть. Вот сам, короче, немного притер. Нам нужно вот эту проблему убрать. Ребят, сейчас покажу, как ее убирать. Только ее убирать будем на время, потому что на постоянно так делать нельзя. Это реально опасно, ё-ма. Это мы делаем для того, чтобы доехать до места ремонта, грубо говоря. Ну, так, в принципе, и будет. Приеду на погрузку, на вторую ходку грузиться. Заодно это все и починю. Ё-моё! Вот это царапинки! Поребрик задел, парни. Пипец! Вот это фасада! Зеркала для кого созданы, ё-моё? Точно не для меня, походу. Ладно, сейчас выезжаем и показываю, как избавиться от горящей ошибки АБС. Нам понадобится для этого ножик, отверточка и вот эта изолента. Ну, я сейчас покажу, как это делается на МАН ТГЛ. Отсоединяем эти коннектора. Вот эти коннектора. 15-й торок с отверточкой. Нам тут панель разбирать не надо. Нам кое-что нужно достать. В принципе, я знаю, в чем у меня проблема сейчас. Это у меня резервный клапан тормозной системы. Резервный клапан ЕБС он называется. Сейчас посмотрим, что тут надо. Мы можем сделать временно, ребят. А временно мы вот видим, вот тут вот такой язычок, да? Тащим за него. У кого-то сильно надо будет тащить, у кого-то не сильно. И достаем такую трафаретку. И теперь вот так ее переворачиваем. Хоп. Тут у нас тахограф, видите, да? Выключен. Берем аккуратненький квадратик изоленты. И аккуратненько клеим, как видите, там уже даже отпечаток, если видно, был. Потому что уже мы устраняли на время, опять же. Мы это сделали, парни. Теперь можем аккуратненько засовывать его туда-обратно.
Где наш АБС? У нас все нормально, и парень, все работает. У нас АБС-то вообще нету. Но единственное, придется сбрасывать ошибки. Сейчас покажу, как это сделать. Чтоб они не горели. Они могут загораться периодически, но когда вдруг вас останавливают депсы, конечно, если они вас заставят заглушить машину, а потом завести, у вас ошибки эти загорятся. Проверяем бумажечку. Ничего не сдвинулось, все четко стоит. Вообще просто огонь. Загорелся ЕБС. Сейчас заведусь и покажу, как это все решить. Дальше. Отключаем автоматический тормоз горный, да? Трактор АБС, трактор прицепа АБС, АБС прицепа, или как там он еще называется. И теперь делаем так вот, смотрите, у нас горят ошибки. Нажимаем раз кнопку вот эту, два нажимаем, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12. Вот так вот ее, просто вот так пальцем фигачим, вот как, оп, все, ошибочка пропала. Так что можем выдвигаться, дальше грузиться, не боясь, временно не боясь депсов. То, что вдруг они остановят, своим любопытным глазом заглянут в кабину, а у вас там желтое такое пятно, АБС неисправен, блин. Теперь у нас все исправно. Ладно, парни, увидимся на ремонте, да, вот так вот я вам скажу. Так что сейчас зальемся, блин, дизелем, заправимся кофейком. Жена мне все ругается. Вот ты кофе, хот-доги кушаешь. Блин, ну кофе-то бесплатно. Заправляешь больше 30 литров те халявный кофе. Че бы его не взять, правильно? Что мы делаем такое? Капучино 0,3. Здрасте. Для влога, для ютуба снимаю. Не надо. Ну, для кофе снимаю. Не надо. Обязательно. Давай. Тут подошли, сказали, что вы снимаете, мол, блин, что за фигня, меня штрафуют, не надо тут снимать. Мол, вы снимаете супер строгий объект, тут все это запрещено, потому что мы разрабатываем ядерные всякие боеголовки, так что, ребят, на Газпроме снимать нельзя. Короче, пацаны, пока грузился, блин, нифига я не исправил. Тут еще новая ошибочка выскочила по датчику колодок. Короче, левая сторона тормозных накладок. Короче, пипец, ман сегодня, вон, видите, ошибками поливает конкретно. По приезду на стояночку, если не стемнеет, ребят, по-любому попытаемся решить этот вопрос. Конечно, я это все буду делать сегодня или завтра. Или послезавтра. Но когда-нибудь я это сделаю. Братва, не пойму, что сегодня за день? Смотрите, что за ошибки-то сыпятся, ё-моё. Еще одна ошибка упала, помимо тормозов. Вон, видите? Как это так, парни? Поход дела, сегодня манчик коронавируса хапнул. На тебе, Серег, подарок перед Новым годом, короче. Тормозные колодки задние, на накладочки, да, там. АБС вообще супер, просто красавчик. Помудохайся сегодня. Как так-то, блин? Ошибка за ошибкой. Блин, пацаны, работа по трешаку. Бедные кеды мои, ё-моё. Вчера только постирал джинсы. Сегодня мы наконец-то починим АБС и вытащим вот оттуда наклеечку. Честно, вот я уже какой раз вам говорю, починим это, починим то, а времени реально нету. Короче, жесть полная. Узнал по поводу щеточки. Знаете, почем нам покрасят ее? Отпескастрюют, покрасят. А, как думаете, почем? За 500 рублей, парни. Пескоструйка и порошковая покраска. Вот, а сам поводок сейчас стоит. Я покупал за 3, который завалялся на складе, за 2800. А этот сейчас стоит 5800. Так что лучше его восстановить. Стоим в пробежке, в конкретной пробежке. Опять откладывается наш ремонт АБС на неопределенный срок.
Я уже какой день, блин, пытаюсь его отремонтировать, и вам все обещаю. Вот мы сейчас закончим и приедем и отремонтируем АБС, а в итоге хер. Вот как-то так у нас все получается, непонятно как. Через жопу. Блин, пацаны, опять какая-то херня творится. Выехал на работу, даже специально сегодня ни камеры, ничего не брал. Опять загорелась ошибка по двигателю. Теперь какая-то 00652. Первые морозы и пипец. Мне сейчас на работу выезжать, блин, грузиться. А тут такая херь, короче. Пипец, 00652. 04. Похоже на форсунку опять. Блин, может еще один провод какой-то, короче, это самое, отпал. Или это тот же, короче, отвалился. Нифига. Обжимка наша не обожала нормально. Я хер его знает, ребят, что за фигня-то. Пипец, я себе чая налил. Булочку купил. Ну, блин, сейчас спокойно доеду до адреса, загружусь. А тут такая херь. Как всегда, пацаны, физкультура с утра, короче, без этого никак. Кабинка. Подними. Просто была бы кнопочка такая, которую взял бы, нажал, кабинка сама у тебя поднялась. Был бы вообще кайф. Смотрите, парни, видите, тут, короче, где вот эти разъемы стоят, колечки. Ну, я так предполагаю, их нужно менять. Стоят они до хрена, короче, просто до хрена. Ну, сколько у меня тут масла. Ладно, сейчас откручиваем крышку, смотрим, что там под ней. Как говорится, парни, дважды снаряд в одну воронку не падает, а у меня почему-то упал. Правда, на другой провод. Видимо, вот этот был коронавирусом заражен. Передал тому, вот он и заболел. Меняйте провода, парни. Ладно, сейчас его будем снимать быренько, обжимать и все, и ехать дальше работать. Вот этот у нас обжат конкретно. Опять, парни, повторяюсь, у кого грузовик МАН, обязательно покупайте хороший инструмент для ремонта электрики. Потому что иначе жопа, ё-моё, вилы, вот так вот мы это назовем. Все, пацаны, обжали. Как это все выглядит. Все, собираем крышку и едем. Короче, пацаны, это был бы не я, если бы я это не починил. Так что мы сделали. Поздравляю вас. Едем к заказчику. И еще раз здорово, парни. На этой неделе уже не знаю какой раз. Просто из-за того, что было очень много дороги на работы, дороги. Очень много дороги и работы. Мы так и не смогли устранить проблему с АБС. Вот, сейчас едем на стояночку. И по-быренькому исправим эту ошибку. Там, в принципе, ничего сложного. По ошибкам там показан наш клапан, как там, резервный тормозной клапан ИБС. Соответственно, надо будет там найти обрыв и устранить. Короче, парни, ну мы в принципе все сделали. Вы много чего не увидите. Потому что, прикиньте, пока там я лазил, пока паял, вам там на камеру все рассказывал, как правильно паять, какой у меня паяльник крутой там, да? У меня просто тупо камера ничего не записывала. А все из-за того, что кто-то мне позвонил, кстати, я посмотрю, кто позвонил. И получается, звонок сбросил запись камеры. А так там был рассказ о том, что я уже этот клапан резервный тормозной ремонтировал после предыдущего ремонта, который мы делали и снимали, да, я его выложил на канале ремонт АБС, часть 2 вроде как так называется. Как бы мы сейчас все сделали по уму, то есть все в гофру, все заизолировали, все запаяли паяльником. Блин, извиняюсь по-страшному, вот, блин, я не знаю, я, блин, реально думал, что за все записано. Соответственно, вытаскиваем снизу перфорацию, отклеиваем значок АБС и проверяем, работает ли наш клапан, заработал, ошибки высветятся по АБС или нет. Так что погнали, парни. Все, АБС у нас не горит, у нас тест проходит, все нормально. Ладно, собираем и опять проверяем. Сережа, молодец. Сделал как. Все положено, ема. Опа! Все заработало! Оп! Теперь нам надо вперед-назад сдать. Ничего не загорелось, то есть мы все починили.
У нас только горит ошибка по генератору, вот альтернатор дисплей дефектив. Я не знаю, я уже с ней задолбался бороться, я просто вот так вот делаю, и все, и она теперь не горит. Но мы знаем, что у нас Гена заряжает, да? Но это мы путем захода в меню, проверка, да, мониторинг дата, battery, вольтаж. Все, у нас 28,5, 28,6. Самое главное, мы это сделали, к этому мы шли целую неделю, прикиньте, целую неделю. Сначала у нас форсунки, опять, да, оборвались провода на форсунках. Потом у нас, блин, АБС. Я все сейчас сделаю, сделаю, в итоге ни хрена не сделал. Но мы сегодня мы это все сделали, все добили, все допилили. Так что, парни, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. До встречи, увидимся в следующем видео.